Друзья, всем привет! Итак, сегодня у нас обзор советских серебряных украшений, которые недавно нам поступили. Итак, хочу показать вам в первую очередь вот эту пару восхитительных запонок. Это Свердловский ювелирный завод, натуральный горный хрусталь, очень крупный. Такие запонки зачастую переделывают в серьги, кольца. Это серебро 875 пробы с позолотой. Чистейший горный хрусталь. И достаточно редко такие запонки уже встречаются. Поэтому обязательно присмотритесь к этой парочке. Следующий лот. Вот этот перстень. Это серебро 875 пробы с позолотой. Вставка каленый янтарь. Калининградский янтарный комбинат. Если мне память не изменяет, 72 года выпуск. Каталожная модель в каталоге Калининградского янтарного комбината. Этот перстень есть. Далее, друзья, вот эти две броши. Они совершенно одинаковые. Ну вот одну из них я вам покажу. Это серебро 875 пробы. Позолота. Позолота в разной степени сохранности. Свердловский ювелирный завод. 60-е годы. Вставка натуральный гранат. Прекрасная возможность подарить такую брошку маме или бабушке на 8 марта. Следующая брошка вот эта. Свердловский ювелирный завод. Серебро 875 пробы. Позолота в хорошей сохранности. Застежка вот этот вот, видите, старый крючок такой загнутый. Такие крючки обычно бывали на антикварных брошах. Ну, вот это советская брошь, 50-е годы. Вставка природная. Вероятнее всего, это тоже гранат. Вот еще одни запонки. Это Свердловский ювелирный завод. Серебро 875 пробы, позолота. Вставка натуральный гранат. В прекрасном состоянии. Можно носить, можно переделать на другие украшения. Так, друзья, ну вот еще одни запонки. Это уже Ленинград, русские самоцветы. Серебро, позолота. Серебро 875 пробы, позолота. Вставки, природные камни поделочные. Это агат или яшма. Вот остались такие серьги. Это Москва, Московский ювелирный завод, 60-е годы. Серебро 875 пробы, позолота. Вставка искусственно выращенный рубин. В прекрасном состоянии серьги. Сейчас молодежь с удовольствием такие серьги тоже носит. И вот эти маленькие совсем малютки сережки. Тоже серебро 875 пробы с позолотой. Вставка ювелирное стекло. Изготовителя пока не определила.